Несмотря на крупный счет, нам было сегодня крайне непросто, особенно в первом тайме. Да, мы повели, забив хороший мяч со стандартного положения, но нам было очень тяжело. Соперник предложил серьезный уровень единоборств и интенсивности игры. Нам было непросто. Повторюсь, мы имели мало моментов, соперник имел преимущество, мы много времени провели в обороне. Вторую половину встречи мы уже выглядели лучше, можно сказать, разбегались, хорошее состояние у игроков. Физически мы переиграли соперника, были лучше во второй половине встречи, практически во всех компонентах забили 3 мяча, могли еще забивать и, в общем-то, добыли крупную победу, но нам не было сегодня легко, нам нужен был такой спарринг, где бы игроки проявили свои морально-волевые способности и максимальный уровень дисциплины, концентрации, что мы сегодня увидели. Положительная оценка по итогам всего сбора, стоит поблагодарить руководство за предоставленные условия, великолепные для учебно-тренировочного процесса. Я думаю, что все игроки могут быть довольны тем, как они здесь работали.